что на этот раз? Сейчас будем мыться. Ты даже не вздумай ко мне прикасаться. Егор, от тебя плохо пахнет. А точнее разит, извини. Слушайте, я сейчас открою окно. Как это унизительно. Я взрослый мужик и вынужден мыться в постели. Хватит себя жалеть. Ты здесь что-нибудь чувствуешь? А здесь? Ай! Щекотно. Это же здорово! Черный юмор. Я уже давно не чувствую ног. Самое. Не доглядели. Егор, пролежни. Атрофия мягких тканей организма. А все потому, что ты такой упрямец. Доктор, я обещаю, с завтрашнего дня я буду бегать трусцой. Это язва, а не больной. Евгения Львовна, пойдемте, я дам мазь. Кира, зачем тебе это надо, а? Слушай, если ты чувствуешь... Ай! Если ты чувствуешь вину, то... Я сам так решил. Он решил. Я тоже сама так решила. Мое место здесь, рядом с тобой. А Господь нам поможет. Это грех. Так больно же. Ай, знаю, потерпи немножко. Ты так меня всю ночь будешь мучить. Да. Потерпи, миленький. Еще три разика до утра. Потерпи. Я даже помочь тебе не могу. Давай. Спокойной ночи. Иди к черту. Пойдите. Кира! Можно? Здравствуйте, Петр Петрович. Кира Камышева. Здравствуй, дорогая.
Ушам своим не поверил, когда мне снизу позвонили. Присаживайся. А ты изменилась, похорошела. Спасибо. Чем обязан? Петр Петрович, нужны тренажеры и инвалидная коляска для Егора. Для Егора? В больнице ничего этого нет. А он ведь служил у вас. Вы же своих не бросаете. Егор в больнице? После Афгана. После Афгана? Я же говорил. Я не знал. Чёртова работа. Совсем парня из виду выпустил. Ладно, комсомолка, давай все подробно. Где он, что он, как там, что надо? Понемногу. Давай. Еще. 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 Молодец. Все, все, все. Все, молодец. 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 Еще раз. Еще? Да. Ну давай. Еще. Еще, еще. Все, 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 все. Хватит, хватит. Понемногу. А? Мужчина! Я тебе потом более сложное покажу упражнение. И для рук, и для туловища. Договорились. Ничего. Сдюжим, Егорка. Да. А вообще хорошая штука. Нужная. Вадим Антонович, мы вам так благодарны. Я тут, собственно, ни при чем. Так, Егор, если что, я в ординаторской. Дерзай! Опять протертый суп. Егорушка, ну пока горяченький, надо кушать. Надо, надо, сыночек. Ну ладно. Мам, Киру подожду. Получается, мать тебе уже не нужна. Мам, ну что за разговоры? И где наш орел? Петр Петрович. Здравствуйте. 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 Петр Петрович, товарищ подполковник. Нет, бери выше. Уже полковник. Ну, здравствуй, сынок. Здравствуй. И что ж ты такой тихушник? Не сообщил, что здесь прохлаждаешься, а? Ну, Егор. Ваша работа. Родное управление постаралось. Сработали четко и оперативно. Так что через месяц ты у меня должен бегать. Товарищ капитан, приказ ясен? А он уже не капитан. Он уже майор. Поздравляю. Поздравляю. Девушка твоя ко мне приходила. Чуть кулаком по столу не стучала. Тренажер требовала. Кира? Кира. Моя девушка. Моя девушка. Поехали. Мамуль. Привет. Здравствуй, родная. Ты куда собралась? Я в магазин. А папа здесь? Папа дома, да. А что такое? Ну, тогда пойдем. Здравствуйте, Таисия Александровна. Здравствуйте, Сережа. Пойдем. Ну? Пойдем, а что пойдем. За праздник? А у нас сюрприз. Да. Да, потерпите немножко. Хитришь, Ботвинник. Я все вижу. Разговаривает сам с собой. Мы это брать не будем. Папуля. О! Папуля, привет. О, дочунька. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Ну, что? Таисия Александровна, Михаил Иванович, мы с Лилей сегодня подали заявление. Какое еще заявление? ЗАГС, пап, мы женимся. Мам, ну наконец-то я решилась. Ой, ну наконец-то, как я рада. Поздравляю вас, дети. Сереж, поздравляю. Я очень, очень за вас рада. Спасибо, Таисия Александровна. Спасибо. Миш, ну, чего ты молчишь? Да вот, вот так вот пойдем. Пап. Ну,
Но прежде чем я войду в вашу семью, я бы хотел, чтобы Михаил Иванович вот сейчас в узком кругу кое в чем признался. Дочунь. Что? Ты его любишь? Да, конечно. Ну, хорошо, я скажу. Боюсь, только Люльку потеряю. Да из-за вас я ее потерял много лет назад. Дочунь, этот человек не сотрудничал с МГБ. Бумагу, которую тебе показал дядя Мирон, она не настоящая. Так. Ну, я бы мог поступить круче, но я солгал. Нет. Этого не может быть. Может, дочуня, может. Я, Говоров, поступил тогда низко и подло. Я это знал всю жизнь. И за это вы меня ненавидели. Ты что думаешь, прижал меня к стенке, журналист Морозов? Я войну прошел, сталинскую мясорубку, власть. Никогда не трусил и не подлечил. А Люлька, она ж ребенок была, девочка. Ей учиться, а не по степям мотаться. Ну, другого выхода я не видел. Ну что, светочей моих? Прости, дочуня. Живите счастливо. Вот так. Михаил Иванович! Папочка, Миша! Что с вами? Пап, что с тобой? Вставайте. Миша! Ну-ка. Мишенька. Ну, что вы хотите? Тяжелый приступ. Мерцательная аритмия, давление повысилось. Возьмите. Да, спасибо. Кардиограмму, пожалуйста, берегите. Угу. Я сейчас запишу препараты, которые я вколол. Кстати, и врача вызовите, чтобы он находился под наблюдением. Скажите, доктор, а может, его лучше в больницу положить? Ну, я говорил Михаил Ивановичу, отказывается. Что вы хотите? Люди старой закалки. Возьмите. Да, спасибо. Я провожу вас. В санатории хорошо бы подлечиться. Да. На жару ни шагу. Да. Спасибо вам, доктор. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Ну вот зачем ты затеял этот дурацкий разговор? Тебе что, не жаль папу? А нас тебе не жаль? Я хотел, чтобы у нас была семья, дети. Мне хотелось последние 30 лет просыпаться в одной постели с тобой, а не одному. Или с какими-то случайными женщинами. Знаешь, это было жестоко. Ты просто стоял и добивал его. Да ну не говори ерунды! Я просто хотел, чтобы ты поняла, Лилька, что твой отец не божество, он не безупречен. Но это мой отец, и я люблю его. А меня?
Ну, понятно. Ну, что тебе понятно? В общем, чувствую, с заявлением мы поторопились. Сынок, я так счастлива, что ты ожил, воспрял духом. Но это Кира. Мама, я не понимаю, почему она тебе так не нравится? Нет, 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 я этого не говорила. Сын, ты только правильно меня пойми. Она молодая, и пока она наиграется сестрой милосердия, а потом ей все надоест. И больница, и... палаты и лекарства. И я ей тоже надоем. Ты это хотела сказать? Егор, я твоя мама. Я тебе хочу добра. Ну ты же, ты и привязываешься к ней. Ты, может, даже и полюбишь ее. Но тогда, мальчик мой, тебе будет очень больно. Ну послушай маму. Прекрати с ней всякие отношения, пока не поздно. А я же всегда буду с тобой. Ведь для матери ничего не дороже ее ребенка. Кирка. Здравствуйте, Евгения Львовна. Давайте я помогу. Спасибо. Мы же все сделали без вас. English course book for beginners. У тебя красивое платье. Тебе идет. Спасибо. А тебе идет без бороды. Поцелуешь меня? Но я не могу до тебя дотянуться. Хотя нет. Подожди. Егор, что? Нога правая. Доктор! Доктор, медсестра! Что случилось? Егор, мальчик мой, что? Да нога, нога! Доктор! Правая? Какая правая, правая? О, хорошо. Лиза, магнезию в вену и куб промедола. Хорошо. Я тебя поздравляю. Это судороги. А это хорошо. Это отлично. Мышцы сокращаются, значит, оживают. Терпи, мужик, терпи. Будем надеяться, судороги повторятся. Поэтому кому-то из вас надо будет остаться здесь на ночь. Я останусь. Останусь я. Сень, ну ты задолбал выигрывать уже. Теперь я буду белыми. О, смотри. О, привет, мужики. Привет. Ну что, Егор, партейку вечерком? Да, заходи вечером. Хорошо. И чем больше я думаю, тем больше прихожу к выводу. Ты из-за Киры ушел на войну. Я права? Только честно, Егор. Погода сегодня хорошая, мам. Нет, нет, нет. Ты не уходи от разговора. Кира. Кира, это же она. Она виновата, что ты в коляске. Ты инвалид. Я ненавижу ее за это. И никогда, слышишь, никогда я этого не прощу. Мама, не надо так говорить. Я встану обязательно. И первое, что я сделаю, я попрошу ее руки. И Кира будет моей женой. Рано или поздно. Я тоже умею добиваться своего. Я разговаривала с Петром Петровичем. Мы едем в ваш ведомственный санаторий в Крым. Там прекрасные специалисты по реабилитации. Что, мам, хочешь увести меня от Киры? Егорушка, сыночек мой, я хочу только одного. Я хочу, чтобы ты поскорее стал на ноги. Сыночек мама, мой. Мама, я встану. Thank you.
Привет. Привет. Извини, что опоздала. Да ничего. Ну как ты? Хорошо. Ждать ты меня будешь? Всегда. Держи, вот твоя новая пресса. О, Оришка, спасибо, давай. А нет, сначала отгадай загадку. Летели два крокодила. Один направо, второй зеленый. Сколько стоит кило яблок, если от паровоза открутили гайку? Чего-чего? Ладно, на твою новую прессу. Может, и для меня что-нибудь интересное вычитаешь. Интересное вычитаешь. Ничего тут уже не вычитаешь. Одно и то же. Построение демократии, рыночная экономика, новое мышление. А у меня старое мышление, советское для всего этого. О, мне снится СССР. Интересно, кому это он еще снится? Тася! Тася! Ты знала, что Котя жив? Миш, ты что? Я бы сказала тебе. На, пей. Не буду я капли. Ай. Так почему же он не явился в наше посольство? Миш, ну там же написано. Он думал, что так будет лучше для его семьи, которую он очень-очень любит. 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 Вот сукин сын. Тася. А вдруг он предатель? Миш, ну ты что, ну это ж твой сын, твоя кровь. Да. Такой смелый мальчик, боевые награды. Награды. Он сколько лет живет за границей? И где он? В Америке. Ну, что, буржуем заделался? Пишут, своя авиакомпания? Небольшая. Местные перевозки, туристы. Туристы. Ой, Котя. Ну что ты плачешь? Да я от радости, Мишенька. Теперь бы увидеть его только.
Дожить. Миш, мы доживем. Мы теперь просто обязаны. Да. Значит, умер Герка. Да. Но пусть земля ему будет, как говорится. Ну ты, мать, дура. Все валят из совка. Кто в Израиль, кто в Штаты, а ты он. Вернулась? Вернулась. Аркаш, а возьми меня снова в театр. М? Так. Задачка. Просто мне очень сейчас нужна работа. Понимаешь, дорогуша, сейчас у нас тут новое веяние. Мы переходим на самоокупаемость, хозрасчет. Ну а чем мы хуже столичных театров? М? Ничем. Ну, конечно. Актер должен работать, зарабатывать, хорошо зарабатывать. А зритель должен смотреть не всякую дрянь, которую нам спускают с отдела культуры, а современные пьесы. А современная пьеса, она требует дополнительных расходов, не всякий раз по зубам. Угу. Вот и приходится расходы уменьшать, раздутый штат сокращать, так что... Да, я понимаю. Вот так я обрисовал тебе всю картину. Другими словами, места для меня нет. Ну, извини. Да нет, это ты меня извини. За беспокойство. Счастливо оставаться. Извините, до вокзала не подкиньте. Нет. Девушка, на вокзал не подкиньте. На поезд опаздываю. Что? За трёшник до вокзала не подкиньте. Ну ладно. Спасибо. Садитесь. Большое. Только быстрее, пожалуйста. Не забудьте. Да, всего хорошего. До свидания. До свидания. Девушки, вам куда? Домой, да. Нам. На Карла Маркса, знаете? Центр, а, да? Сейчас еще муж мой подойдет. А, хорошо. Все, пока. Спасибо тебе. Пока. Давай. Пока. Ой, ой. Пока. Пока. Родя. Иду, иду. Командир. Плачу за скорость. Родиошечка, я тоже машину хочу. Да, ну смотри, какая женщина, в каком возрасте и за рулем.
И я б смогла тоже. Вышла из машины. Чего? Я тебе сказал, встала и вышла. Да. Не ожидал. Грубо же ты разговариваешь со своей женой. А я еще не начинал разговаривать грубо. Лиля, что это значит? Твой Морозов тебя не может обеспечить, да? Грачевать тебя заставляет по ночам. Иди к черту. Только не говори о том, что я во всем виноват. Я ни на что не жалуюсь. Выходи. Родион, я прошу тебя, выйди. Спасибо. Как жизнь, Таисия Александровна? Да ничего, вроде. Все хорошо. Как Михаил Иванович? По-стариковски. Это что это такое? Это деньги. Таисия Александровна, это деньги на хозяйство. Не надо, Родион. Это орешки, девчонкам. Нет. Они растут. Не надо. Не надо. У нас сейчас все хорошо. Лилечка в театр вернулась, там сейчас ставка большая. Спасибо. Премии постоянно дают. Кира подрабатывает, Катя помогает. Так что мы не нуждаемся, спасибо. Мам, он опять ничего не ест. Здравствуй. Здравствуй. Ну вот, Лилюш, Родион нам деньги принес на хозяйство. Я эти деньги не возьму. Как хотите, а деньги назад я тоже брать не буду. Родион, а давайте мы так сделаем. Мы эти деньги Аришке на сберкнижку положим. До совершеннолетия. 16 лет в 93-м будет. Ну вот, у девочки будет первый взнос. Или в кооператив, или, может, на свадьбу отложим. Как считаете? А что, вполне разумное решение. Ну вот и хорошо. Таисия Александровна, я как-то не очень понял, а что Морозов-то? А, ой, Родя, расстались они с Лилечкой, так вот. Ну, ничего, ничего. Да. Да. Таисия Александровна, вы меня простите, я пойду, пожалуй. Идите. Кланяйтесь, Михаил Иванович. Спасибо. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, да, Чонька, за суверенитет республик. Ну-ка, садись. Вот. Что? Полюбуйся. Я вон почти бутылку Горькой выпил. Не берет, зараза. Все, чем жил, дышал, во что верил, все вон рухнуло коту под хвост.
Пап, ты только не волнуйся, ладно? Ну, да я, дочуня, спокоен. Как Ленин в мавзолее. Что еще может произойти? Ну, тебе не предлагаю. А мне штрафную. Что смотришь, батя? Я это, я. Да. Какой ты у меня стал, сынок. О. Седой. Шрамы. Вернулся. Бать, бать, ну, так. Говоров, а ну отставить всю разницу. Ты что, забыл, как тебя называл? Да. А болтус? Как мне этого не хватало. А нам тебя не хватало. Ну, как же? Ну, как там? Welcome. Коть, а ты не шпион? Нет, а то это, знаешь, fuck you. Коть. Папа. Я выучила все твои 102 письма на память. Все 102 письма? Все 102 письма. А что было в 20-м? Ну тебя. Ну. Ты самый-самый любимый. И Евгения Львовна? С Новым годом! Спасибо. Я чай поставлю. Егор, мне не нравится, что ты живешь в чужом доме. Мама, Кира меня сюда позвала на праздники. Мне здесь нравится, мне с ней нравится. Мне нужно кольцо. Я хочу сделать Кире предложение. Егор! И не надо меня отговаривать, я уже все решил. Я так и знала. Я так и знала. Так вот, передай своей Кире, что я немедленно тебя забираю отсюда. Я специально приехала за тобой. Ты же 3 дня пропустил процедуры. Мама! Я занимаюсь по 8 часов в день. И врачи говорят, что я буду ходить. И очень скоро. Стимул у меня мощный. Смотри. Смотри. Засекай время. Я могу стоять уже 2 минуты. Мальчик мой, мальчик мой! Егор! Господи, я знала, я верила в тебя, мальчик мой! Сын мой, любимый мой, я знала, сыночек, я знала! Мальчик мой, любимый мой! Ну, наконец-то мы снова вместе. Видишь, все-таки чудеса бывают в жизни. Твой приезд – это и есть чудо. Это просто новогодний подарок. Да, да. Что? А это Говорков, это типа Говоров? Не смотри, не смотри. Нет, подожди. А...
Как ты отнесешься к тому, что я напишу про тебя повесть? Да делай, что хочешь. Да? Конечно. Я тебе еще так опан расскажу. О! Ловлю тебя на слове. Я думаю, что этот материал издатели оторвут с руками. А что, так трудно напечататься? Я послала 3 рукописи в разные издательства и... И? Ответа пока нет. Да, ну вот так ты это, заведи агента литературного. Да, на Западе это норма. Он за тебя все будет делать, двигать тебя, ага. Продвигать. Элементарный маркетинг. Котик, вот если ты такой умный, ты меня сам и подвигай. О-о-о, да запросто. Вот займись. Готово? Этим. Да. Так, значит, вправо и влево, значит, назад, вперед, немножечко, немножечко сюда. Что ты делаешь, так, бочок, а? Сюда. Как был хохмачом, так им остался. А, кстати, у меня же есть товарищ-то этот, московский издатель хороший. Да? Да, 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 и фамилия у него такая, с этой, с зимой связана. Как же его? А, Морозов Сережа. Не смей, котик. А не чего смей, так? Слышишь? Ну а чего, он тебя с Новым годом хоть поздравил? Ему теперь не до меня. Запутался он там, в своих любовях. Не хочу его ни слышать, ни видеть, так что не смей. Да, да, конечно, конечно. Я серьезно. Без сопливых разберемся, ясно? Ясно. Так, где рукописи? Где рукописи, я спрашиваю, где рукописи? Хорошие. Да, это Вася, девочки мои. Будь знакомы. Простите, а Сережа Морозов на каком этаже живет? Сережа Морозов на 3-м этаже живет. О, только лифт у нас не большое. Работает. Да ничего страшного. До свидания. Васечка, ну давай, давай, дорогая, давай. Ой-ой-ой, ну давайте, девочки, давайте. Фу, ты, слушай, по-моему, я вчера переборщил. Не ты один. Праздник удался. Это точно. Так, ударник, с Новым годом. Со старым счастьем. Ну, а что, зачем тебе новые? Действительно. Когда полный рот старого. Давай. Кстати, глянь, можно вот это издать? Константин, ты начал писать любовные романы, что ли? Ну, это я так, иногда. Набросал на досуге. Ты посмотри, посмотри. Но я, кстати, всю ее жизнь черпаю, так что... Ладно, хорош заливать-то. Как она? Кто? А, в смысле, Лилька, то есть Карамелька? Угу. А, ну, как, знаешь, лучше нас. Все у нее хорошо. Сереж, я пришла. Слышу, привет, Анечка. У тебя гость? Да-да, проходи, пожалуйста. Здравствуй, мои хорошие. Ну, знакомьтесь. Котя, Соберись. Константин Говоров. Аня. Очень приятно. Ой, вы пьете кофе? Да. Пойду себе тоже сварю. Ты не против? Конечно, нет. Ну что? Я быстро. Давай. Даже не думай. Или хочешь устроить показательное выступление, как с Динарой? Так ты уже не в той форме, старичок. Вот не надо, да? Знаешь, она в меня влюблена, по-моему. Даже подумываю сделать ей предложение. Значит так, старичок. Через 2 часа она даже имени твоего не вспомнит. Вот так. Чем пахнет? Смотри мне. Слушай, не терпится глянуть, что Лилька написала. Я быстро. Давай, давай. Ага. По перелкам
вроде лета. Солнце рвется прямо с крыши. Ой, Анечка, ну... Потоки солнечного света. Что мне вам еще рассказать? Вот так и живу один в огромном, но очень холодном трехэтажном загородном доме на берегу залива. Каждый вечер один наблюдаю за тем, как садится солнце за линию горизонта, а жизнь проходит. Не знаю, зачем я вам это рассказываю, но я неспроста приехал в Союз. Да. Найти жену, вот. Моя, как бы это сказать, конечная цель. Ох, Анечка, вас я бы не раздумывая забрал. Но нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Мужская дружба? Нельзя. Аня, а может быть, у вас есть незамужняя сестра-близнец? Нет? А, возможно, такая же красивая подруга? Нет. Нет? Жаль. Очень жаль. Константин. Да. А вы это серьезно? О чем? О доме, авиакомпании. Конечно. Как на исповеди. А вы что, мне не верите? Напрасно, Аня, напрасно. Сейчас визитку покажу. Так. Прямо с крыш. Потоки солнечного света. У киоска ты стоишь. Константин Говоров. Я несу тебе цветы. Ты милее всех на свете. Королева красоты. Ты милее всех на свете. Ну, теперь веришь? Женюсь только один раз. Поэтому решил, что свадьба будет только в Париже, и платье невесты будет исключительно от кутюр. Да. Представляю, как бы вы в нем смотрелись. А представьте, Аня, вы в Париже, в шикарном платье, на каблуках, прическа, маникюр, макияж, украшения на пальцах, на запястьях, на шее, в ушах. Духи, 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 цветы, шампанское, фейерверк. Отпад. Нет, нет, так, нет, нельзя. Мужская дружба дороже. Нет. Хотя подожди, а чё нельзя? Анечка, да ведь раз живем, да и черт с ними, со всеми этими подругами, черт с ними, с сестрами. А, ну, Серега, чё, получу еще раз по морде, а там старая дружба, она же не ржавеет. Знаете, я бы очень хотела в Америку. Костя, я вам правда нравлюсь? Анечка. Я согласна. Ух, какая же ты у меня решительная. А вот только ты как с Сережей? Сережа? Так что, решай.